В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. В церемонии закрытия турнира принял участие глава государства. Беларусь подобный старт принимала впервые в истории и с дебютом справилась на отлично. Александр Лукашенко поблагодарил каждого спортсмена за подаренный океан эмоций, судей за их нелегкий кропотливый труд в этом субъективном виде спорта, тренеров, без работы которых не было бы всей этой красоты на льду. Участие в континентальном форуме приняли 145 спортсменов из 34 стран Старого Света. Белорусские атлеты наиболее высокий результат показали в танцах на льду. Трансляции с белорусского льда увидели в 20 странах мира, в том числе в далеких Бразилии и Японии. Освещали континентальный турнир более 400 представителей СМИ. А в Москве накануне завершился этап Кубка Европы по фристайлу. У Беларуси 6 призовых мест. Спортсмены соревновались в одной из самых красочных и сложных дисциплинах – лыжной акробатике. Несмотря на сложные погодные условия, молодежная сборная Беларуси показала высокий результат – 3 золотые и 3 серебряные медали. Следующий этап Кубка Европы по фристайлу принимает Беларусь. Он пройдет в середине февраля в Раубичах. Финал состоится в Италии. Победителя определят по сумме набранных очков за все этапы соревнований. В Беларуси в этом году может появиться еще одна криптовалютная биржа. Такой шаг является частью генерального курса крупнейшего банка страны на цифровизацию, высокую технологичность и перспективные решения. К слову, в январе в стране запущена первая белорусская криптобиржа с момента принятия декрета номер 8. Это первый подобный проект в СНГ. По словам экспертов, криптобиржа может стать эффективным инструментом для привлечения инвесторов в страну.